Ощущение рваной стрижки, и, в принципе, это модно и очень красиво. Мне нравится. Это не просто стрижка огнем, а это что-то творческое, да? Я как скульптор огнем отсекаю от формы лишнее. Не просто красивая прическа, а еще как приятные воспоминания о том, как это было, потому что очень многие мои клиенты сидят и снимают в этот момент на телефон, потому что об этом хочется рассказывать друзьям, родственникам.